Прогулочный вертолет АС-50 рухнул в частный двор, повредил крышу строения и припаркованный во дворе автомобиль. ЧП произошло в 2 часа дня на улице Цимлянской, 37. Травмы получили 5 человек, одна женщина погибла. Предположительно, это член экипажа. На место сразу же выехали бригады пожарных, специалисты МЧС и следственно-оперативная группа транспортной полиции. Как стало известно, вертолет принимал участие в показательных выступлениях по вертолетному пилотированию и после них направлялся в аэропорт, но до места стоянки не долетел. Рассматриваются две причины аварии – ошибка в пилотировании или неисправность бортовых систем.